Всем привет, дорогие зрители! Я нашел очень хороший вариант в Махмутларе на улице Барбаросса, прямо где-то здесь 50 метров на расстоянии. Нашел двухкомнатную квартиру, 70 квадратных метров, обставленная по очень хорошей цене. Очень выгодное предложение на четвертом этаже по турецким меркам, по российским 5-й этаж. Я сейчас покажу быстренько инфраструктуру и скажу один только минус этого проекта после того, как я выйду к бассейну. Вот здесь детская игровая площадка. Вход-выход с передней стороны от этой лесенки. Такой сад тут. Отсюда также есть дорога в сторону бассейна. Тут у нас фитнес. Но пока оборудование управляющая компания отсюда забрала, потом после пандемии она поставит. Так как везде открыто, они не могли открыто оставить, оборудование пришлось убрать. Вот здесь такая вот у нас сауна с таким вот освещением. Красным тоже. Просторная, не маленькая. Душевые кабинки. И вот выход к открытому бассейну. Вот здесь был фитнес, просто оборудование управляющая компания забрала. Здесь шезлонги и зонтики. Вот это детский бассейн. И вот сам открытый бассейн. Приблизительно 15 метров в длину. Минус этого проекта то, что рядом вот Барбаросса. Вот это здание, вот там Барбаросса, потом новый проект, это проект застройщика Енисей, люксовый проект. В этой стороне будет присутствовать у нас в будущем большой парк, открытый бассейн, так что расстояние от здания к зданию приблизительно 20-25 метров. Сейчас я поднимусь в квартиру на четвертом этаже. Поднялись мы на четвертый этаж. Вот тут такой коридор. Там у нас находится лобби. А вот это наша сама квартира. Вот такая здесь прохожая. Сразу покажу санузел. Стоит стиральная машинка фирмы Altus. Такой не маленький санузел. Значит, тут прихожая, стоит шкаф. Сразу пройдемся мы в спальню. Такая красивая обставленная спальня тут. Немаленькая, также установлен шкаф. Можно сделать поставить ламинат или паркет. Керамика установлена. Здесь также есть выход на балкон. Я выйду на балкон именно с кухни-гостиной. Вот это у нас кухня. Гранит, столешница, холодильник фирмы Altus, также духовка и вытяжка фирмы Alpina, посудомойка фирмы Altus. Вот. Такая вот просторная кухня-гостиная для двухкомнатной квартиры. Кондиционеры не установлены, придется только закупиться кондиционером и переехать жить. Вот здесь также вход на балкон. Балкон просторный. Вот такой балкон. И здесь вид будет на это здание. Минус этого проекта, но солнце, вид на солнце не будет закрывать, это южная сторона, солнышко будет светить у этой квартиры.
Вот то, что я говорил, вот там установится, будет как бы у них мини-парк, детская игровая площадка, там будет открытый бассейн. Вот расстояние до моря 200 метров. Вот она, первая береговая линия Махмутлара за этим зданием. Дорогие зрители, хочу подвести итоги о этом проекте. Проект был сдан в 2015 году. Квартира находится на 4 этаже. Инфраструктуру вы уже увидели. Здесь 1+1, 70 квадратных метров. Она обставленная. И цена этой квартиры 54 тысяч евро. Если вам понравился этот ролик, эта квартира, комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, делитесь информацией, звоните, пишите по номеру, указанному в профиле этого ролика, WhatsApp, Viber, Telegram. Будем рады помочь вам в выборе вашей квартиры мечты в Алании. С вами был Агаси из Солнечной Алании. Всем желаю добра, счастья, здоровья. Всем пока-пока.